реально прикольно. Так. Уху! Да блин, да что ж такое-то? Little Baby! Завали Little Baby! Вот так вот. Будешь... У тебя голова не для того, чтобы на топоры ее насаживать. Насаживай на топоры что-нибудь другое. Там вот, например, тех, кто на тебя нападает. С этими самыми топорами. Да что ж ты такой неуправляемый-то, ну? Тихо, тихо, тихо. Харай орать, все в порядке. Ну да, да, я понимаю, что тебе не очень приятно со шпагой между ног, но... Ну мог бы потерпеть немножко, но... Девочка, прости. Прости, я специально. Так, тихо, главное самому туда башкой не влезть, как он это... Мужик, ты что сделал? Ты что натворил вообще? Ты что? Наркоман, что ли? Как говорит Фрост, да? Ну, прекрасно, прекрасно. Ну, стоило тебе немножечко ее задеть, и ты сразу трупом стал, ну. Ха! Фак е! Не жалуйся, я... Это не так больно, как тебе кажется. Так. У нас в спине, короче, теперь ножик, и мы... Ну, нам норм. Ножик так ножик. Как больно. Все в порядке, мужик. Что ты переживаешь так, ну? The stupid kid. Stupid kid. Ну, трезубец. По-моему, ножик вошел в спину уже. The fat guy. Давай, 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 давай. Ай, вот так вот. Вот, вот так вот. Что это за хрень? Почему ножи летают у него? Так. Блин, ну башкой задел. Немножко совсем было тогда. Давай! Девочка, девочка, прости. У меня теперь в жопе твоя секира. Ну, норм. Я думаю, этому извращенцу все норм. Да ладно тебе, блин. Фетишист хренов, блин. Вытащи секиру из жопы. Секиру из жопы вытащи. Так, хорошо, теперь у нас еще... Трезубец, мать его! Эй! Все в порядке, все хорошо. Секира уже вошла глубоко, нам уже пофиг, мы уже привыкли. Пацан, ты что делаешь? Отстань от моей задницы, извращенец хренов! Оставь мою жопу в покое! Видишь, аж я аж стану там, блин. Извращенские дети пошли-то какие-то, ну... Прям... ну да. Надо тебе рожей обязательно какую-нибудь хрень налететь, а вот... Вот, ну не можешь ты это, вот... Обязательно рожей на какое-нибудь говно приземлишься. Или секиру там. А, девочка. Ну, отдыхай, девочка. Открой, отдыхай. Харакири. Просто харакири. Харакири. Так, тихо, тихо. Все хорошо. Все замечательно. Вот, для коллекции обязательно топор в жопе должен быть. Без топора в жопе уже игра становится не той. Девочка! Ну что ж за дети такие извращенцы, которые раз уже... Капец, не трись своей жопой об мою задницу. Не дети, а извращенцы. Что с моей головой? Моя голова! И что с моей жопой случилось? Люди, помогите, вызовите больничку, что ли. Я еще жив. Я еще жив, мать его. Ой, блин.
Вот наркоманская игруха-то, а. Эй, наркомания! У-ху-ху-ху. Так, ну, блин. Ну давай, 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 давай. Топор должен быть в жопе. Не в голове, в жопе. Только в жопе, только хардкор. Только жопа. Давай так. Оп. Блин, я который раз говорю, не в шее, не в голове, только в заднице он должен быть. Так. А! Блин, слушайте, классный раунд. Вот, тут другое дело, ну могёшь же, могёшь, когда тебе надо, ты всегда топор в задницу засовываешь прям по самые... Ааа, грёбаный ножик! Ножик! Грёбаный ножик! Еще раз, Олег. Давайте. Вот так вот. Блин, говнюк ты. Говнюк ты, дядька, говнюк. Тихо. Ну, молодец, да. Гребаный фетишист. Не только топор в жопу запихал, еще и катану. Fuck yeah. Моя... У меня задница ниндзя. Задница ниндзя всегда выкидывает из жопы всякие орудия и попадает им прямо в голову врагу. А, блин, отстань от моей жопы! Отстань от моей жопы, говорю тебе! Ну и что, ребят, я думаю, мы так пройдем игру. Ай, блин. Богу файтинг, это очень весело. Ну блин, а такая веселуха была-то, а. Ю-ху-ху-ху. Еще разочек, давай, давай, давай. Little baby. Блин. Да давай. Ну. Да что ты делаешь? Ну ладно, пофигу, сейчас. Мы же не можем без топора в заднице, правда? Вот поэтому нам обязательно нужен топор в наших булках. Давай, давай. Топорик! Да чтоб тебя! Ты что сделал? Ты как туда попал? Ты как попал? О, норм. Мне норм. Жопой, жопой приземляйся туда. Вот, другое дело. Вот тебе поехали. Вот тебе ты красавчик, слушай, да. Вот, ну прям вообще красавчик. Ну давай, девочку туда... Грёбаная девочка отобрала мой топор! Получай! Ой, девочка, прости! Я тут просто... Вот, вот, давай теперь! У нас там кусочек девочки остался, но пофигу! Фетишист хренов! Ну... Да все ж хорошо-то, чувак, ну что ты переживаешь-то, ну подумаешь, там ноги оторвало, ну руки оторвало, голова где-то валяется, ну... Да все же хорошо, ну бывало в твоей жизни и хуже. Бывало, тебя вообще по кусочкам разрывало, что нет, что ли? Конечно, бывало. Так, ладно, шутки в сторону, нам надо пропрыгать это все. Да гребаный йод! А, блин, там топор был. И еще раз так. Хоп. А! Все в порядке. Все норм. Теперь мы прыгаем не только на прыгалке, но еще и на топоре, похоже.
Топор в жопе! Так, ладно, осторожненько так. Вот! Красавчик вообще. Вообще, Вася, красавчик! Просто воткнул всех. Давай так, мальчика воткнем, суши. Ну ладно, ну норм. Призубец в ноге и пофигу. Блин, пацан, убери свою ногу. Твоя нога здесь явно лишняя. Да, мы продвигаемся в наших извращениях. Мы теперь тризубец в жопу, мать его, затолкали. Грёбаный извращенец, что ж ты делаешь-то? Ну это же дети смотреть-то будут. Дети же тоже смотреть это будут. Вытащи тризубец из жопы. Блин, ой, укуренный у нас игрок. Ой, блин. Убери, мальчик, ногу, не видишь... Не видишь, тут дядя на трезубцы скачет? Ой, блин, на динозавр же куда ты? Избавься вообще от этого сраного. Ну ты теперь это целая оргия. Блин. Слезь, трезубца, ты почти прошел это. Блин, ребята. Я извиняюсь за такую... Просто бешеное количество извращений, но эта игра так сделала, и это не я такой. Вот у меня постоянно получается, вот в этот раз получается катану в жопу он себе затолкал, извращенец грёбаный. Что ж ты делаешь-то, ну? Ух ты. Харе сидеть на мне, слышь, жирная. Вот толстел, я подняться не могу из-за тебя. Нормально сидит такое оборзевшее. А, вас слишком много! Только не трезубец, только не трезубец в задницу! А, блин! Девчонка залезла на меня, слезьте с меня все! И трезубец из задницы вытащите! Или где он там, я вообще не понимаю... Нет, трезубец все-таки у меня в заднице. Это... Блин, ну почему ты на топоры обязательно жопой приземляешься-то, ну? Почему обязательно на что-нибудь надо жопой сесть? Давай! Ой, блин, извращенец, просто извращенский персонаж, ребята, извините. Все, никаких топоров, блин, в заднице, фетишист хренов. Так. Так. Оп. Спокойно, спокойно. Девчонка, пока. Все хорошо. Еще пока ничего в задницу не затолкал, слава богу. Ну, ножик в груди, это ладно, это... Ты же герой, герой, герои так украшают там всякие раны. Ой, ёперный театр, ребята, это просто капец. Ну почему ты прыгаешь именно в таком-то положении-то, ну? Ой, блядь, зарядку надо воткнуть сейчас. Полсекундочки. Уже... Ноут садится просто садится вообще. Прямо вот как мы на этом парне, так же садится мой ноут. У-ху-ху-ху. Мы теперь колобок. Пофиг. У-ху-ху. Так мы занимаем гораздо меньше места, так что нам норм. Нам замечательно. Извращенец! Зачем? Вот зачем ты воткнул себе копье в задницу? Как я с тобой теперь буду играть-то, да? Харе кайфовать там. А, замечательно. Просто прекрасно. Little baby. Little baby, получай! Ай-яй-яй-яй! Ух ты.
Как ты это сделал, мужик? И что с тобой? Почему тебя назад тянет? Почему тебя назад тянет? Ты же стоишь! Майкл Джексон долбанный. Ну давай, короче, целую толпу сейчас себе на жопу. Гирлянду из людей. Пофиг, мы всех соберем, мать его. Ой, блин. Оставь людей в покое. Мужик, оставь их. Оставь их, они хотят уже там спокойно умереть. Так. Оп! Топорик, топорик! Хорошо, красота! Ничего нам не попало. И так. Мужик, что там у тебя между ног торчит такое? Блин, обязательно у него что-то. Как-то он так приземляется, блин. Но будем считать, что это у него на поясе просто катана висит и все. Все в порядке, то есть. Вот. О! Теперь мы вообще здоровы и ничего у нас нету. Блин, башкой задел гребаное лезвие. Оставь в покое! Девочка, отстань от моей задницы! Девочка! Это нехорошо, меня посадят за педофилию! Оставь меня в покое! Фух! Это мужик? Да, это мужик. А вот эта девчонка. Ну я понимаю, мужик, да, у тебя там крики наслаждения. Там сотню оргазмов сразу получаешь из-за секиры в заднице. Ну давай. Извращенец ты долбанный. Ребят, ну ничего не могу я поделать. Вытащи это из своей задницы. Псих ты. Какой дурак будет прыгать с секирой в жопе. Ну вытащи. Ну что ты позоришься-то? Позорище-то какое? Второй извращенец. Второй. Вы что, все тут такие, да? Все? Ну я понимаю, один себе в задницу запихал. Ты-то жирный, чё притесался-то здесь? Геи, фетишисты. Сплошные геи, сплошные фетишисты везде. Идите отсюда. Дайте спокойно раунд пройти-то. Я его пройти уже сотый раз не могу. Да что обязательно секира в жопе. Ну обязательно. Ну реально. Блин. Ну вот видите, не специально, я специально. Ну как, блин, ну так получается, реально. Ладно, ну ладно. Секира в жопе, так секира в жопе, ладно. Попробую пройти с секирой в жопе. Все хорошо. Все нормуль. Пока ничего. Ну давай там. Башкой все предметы, все оружие там собери. Так, стой, секира осталась. Мужику ногу сломали, но пофиг, ему она не нужна, он все равно там валяется, не двигается. Эй, мужик, он уже не двигается. Так, теперь мы ниндзя так. Ходя! А! Еще раз так. Это было больно. И хорошо. Все. Грёбаный самурай. Грёбаный самурай. Мужик, ты опять за старое. Ну хватит уже, хватит. Звуки меня уже с ума сведут. Тут что-то я вообще не понял, что меня там убило. Ну ладно. Все нормально. Пролетели. Над секирой!
Пофиг. Девочка, останься с моей задницей. Ну тебе там не только девочка. Ты что, извращенец? Голубой! Голубой! Отстань от меня! Так будет с каждым педиком, который ко мне пристанет, мачо. Никаких пидорасов я здесь не... не приветствую. Так. 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 Блин, еще один извращенец. Мальчик гей, мальчик гей. Так, тихо, тихо. Да что ты орешь там, пацану вообще не по кайфу, наверное. Геи! Опять геи! Блин, из-под него не вылезти! Он жирный! Иди отсюда, жиробасина! Сдохни! Сдохни, говорю, оторви себе руки, ноги, все оторви! Ну давай, ну ты должен ему оторвать что-нибудь! Я с ним просто не прыгну, он жирный! Жиробасина грёбаная, сдохни ты уже. Как я так резко превратился в фарш? Со мной же было все в порядке. Ну правда же все хорошо было. Девочка, расслабься. Девочки, походу, там тоже не по кайфу. Извращенка мелкая. Тут все, блин, извращенцы, реально. Ну вот говорю же, все извращенцы. Ну как я буду прыгать-то в таком положении, ну? Ну девчонка, ну ладно, ну ты девчонка, ну ладно. Хотя бы это традиционно, блин, не педик какой-нибудь, но... Угомонился. Ю-ху-ху-ху-ху. Вот так вот. Вот так вот. Вот. А! Нет, нет! Грёбаный топор. Девочка, не пугайся. Все в порядке. Вон твой папа пришел. Хоть! И я тут. Я красавчик, слушай. Красавчик, вообще красавчик. Или это все-таки мама? Ух ты, у меня нет ноги. Зато есть катана. Блин, ну почему ты башкой-то все задеваешь, придурок? Давай еще раз. Ребята, что-то странное произошло с моей головой. Да не реви ты, все в порядке. Не реви, говорю, все хорошо. Как ты шею-то сломал? Блин, ребят, я не могу пройти этот долбанный раунд. Он очень веселый, я из-за этого не могу его просто пройти. Ну давай, ну задень ты там эти катаны. Так, еще раз, еще раз. Помогите! Опять катаны в жопе! Отстань от меня! Отстань! О, ну так уже гораздо лучше. Хоп! Да не переживай ты! Ребята, не знаю, потом обрежу и покажу, как дошел до конца уже. Уже просто, наверное, запись длиннющая. Извращ...
Извращенец, ты долбанный! Просто извращенец! О, все в порядке. Ребята, я просто не могу уже пройти этот уровень, он уже задолбал меня. Сколько такое извращений в этом долбанном уровне не было. Ну что ж, я думаю, на этом надо подходить к концу. Я с вами прощаюсь. Оценивайте, комментируйте, ставьте лайки. Если вы вдруг все-таки смогли пройти этот уровень, напишите, как. Как вы это сделали? Наверняка у вас была куча, не знаю, там оружия в заднице, потому что этот извращенец больше не может по-другому проходить этот уровень. Вот, например, и сейчас он воткнул себе в задницу сраное копье. Ну что ж, я на этом с вами прощаюсь. С вами был Глюк. Пока!